Сразу к делу, бойцы. Ситуация критическая. Блэквуд начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов из реактивных гранатометов. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель в полете. Она будет следовать за перекрестьем прицела. Маркула 226 на позиции. У нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Чёртов крейсер держит шахты под плотным огнём.
Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Бойцы, капсулы с турелями запущены. Уничтожьте их в воздухе. Хватайте гранатометы. Точно в цель. Выбирайтесь оттуда. Вот, боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из сломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Заблокировали все проходы, но кое о чем забыли. Правильно. Вентиляционные шахты. Я вылечу тебя, мне нужна барса. Миллионы людей обязаны вам своими жизнями, но вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Ну, зато Блэквуд теперь не смогут обвинить нас в своем чудовищном преступлении. Атака Блэквуд — это месть за нашу недавнюю операцию «Черная акула». Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем.
Весь сектор только что превратился в большое минное поле. Блэквуд отправили в бой экспериментальный вертолет. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. Акула 476 на связи. Акула 099 на позиции. Здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены.
Внимание, ситуация изменилась. Вам придется запустить эту ракету самим. Я передаю координаты и коды запуска по закрытому каналу. Введите их через терминал. Склонили чашу весов в нашу пользу. Мы используем новые координаты, чтобы нацелить ракеты на корабли врага. Надеюсь, они все до последнего пойдут ко дну. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Блэквуд играет по-крупному. Авиация врага собирается нанести удар по нашим ракетным шахтам. Всем приготовиться к бою. Крейсер. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки выстрелены. Благодаря вам мы отбросили отряды Блэквуд на нескольких направлениях. Отправляйтесь на базу. Отчет. Цель уничтожена.
вход на главную базу на другой стороне этого леса. Враг знает о нашем приближении, так что ждите засады. Я обработал. Тебя.
Ракет больше нет. Двигайтесь дальше. Сложите оружие, Варфейс. Иначе вы покинете корабль в мешках для трупов. Но наши сонары что-то засекли. Вам лучше на это взглянуть.